Ну и потом вы не забудьте сказать объективно, что нам помогло справиться. Не все же мы такие великие оказались, наверное. Александр Иванович, никто в отдельности результатов не достигает. Результаты достигаются в экономике, когда есть общая, целенаправленная, хорошо скоординированная работа правительства, Национального банка, банковской системы, всех других институтов. Павел Владимирович, я тут намекал больше на внешние факторы. Вот. Это понятно, что вы сказали. Да. Вот. Если смотреть по цифрам, я уже не буду приводить... Ну, намек понял, да. Я это имел в виду. Да, да.